Всем привет на канале Crypto Commons. Это обзор по рынку. Что мы видим? Давайте посмотрим. Более-менее нейтральный баланс сохраняют монеты за сутки. Плюс-минус там 1-2%. Если мы посмотрим на нашу тепловую карту ордеров на TRDR.io. Ссылка, кстати, на этот сервис есть в описании. Очень полезный сервис. Здесь идет агрегация по всем спотовым стаканам, по всем биржам. Вот у меня, по, ну, по всем крупным. Как вы можете видеть, тут и... И Binance, и Finic, и FTX, и Polonix, там и так далее. И видим мы очень явную закономерность с вами, ребята. Когда у нас накапливаются вот здесь вот ордера на покупку, именно на споте, не на фьючерсах, то это создает вот такое облако покупателя, и в итоге это выталкивает цену наверх, как было вот здесь, да. И наоборот, соответственно, когда у нас создается плотность продавца, как было вот здесь, вот здесь, вот эти ордера, которые ее создают, да, или вот здесь, то это продавливало цену вниз. Вот, соответственно, сейчас локально мы можем предположить, что с высокой долей вероятности у нас будет отскок снова наверх. Но перед этим может всегда случиться проливчик в район зоны вот этой ликвидности, если захотят налить в эти ведра, и, соответственно, все это зеленое облако сместится еще ниже перед отскоком наверх. Короче, что я хочу вам сказать. Локально, в принципе, все говорит уже за отскок. Вот, посмотрите, Candle Wave, опять же, платформа наших друзей, ссылка на которую тоже в описании с 15% скидкой на первую покупку. Бот Candle Wave отсигналил на покупку на часовике уже второй раз за сутки. И это может быть, конечно, вот такое движение, как здесь, когда в итоге это ну, приводило только к стоп лоссам А может быть и вот такое движение, как здесь, которое дало хороший импульс. Поэтому сейчас, конечно, все говорит за локальный отскок. Часовик уже очень хорошо перепродан. Напрашивается позеленение Money Flow, да, двойное дно. На четырехчасовике часовике тоже вот мы не ушли ниже вот этой желтой точки на Сайфере. Соответственно, скорее всего сейчас будет отскок наверх. Но, ребята, хотел я вам показать пару медвежьих знаков, которые я увидел на графике, на более старших таймфреймах. Сразу хочу оговориться. Я продолжаю придерживаться бычьего сценария. Я все еще думаю, что мы пойдем выше. И что это просто медвежья ловушка. Но, тем не менее, посмотрите, на недельном таймфрейме, друзья, сетка Super Guppy EMA, CM Super Guppy, сейчас Находится в сером цвете. Такое обычно происходит, когда мы находимся в середине медвежьего рынка, как вот здесь, и как было вот здесь. Поэтому я ничего не говорю, конечно, что мы сейчас прям точно будем падать. Тем более, такое у нас бывало и вот здесь, когда у нас был корона дамп. Да, и это был ложный разворот сетки. Но. Тем не менее, это все-таки знак. Это знак, плюс у нас медвежья дивергенция, плюс у нас money flow, вроде как зеленый, заканчивается. То есть все знаки нам говорят о том, что вроде как мы вступили в медвежий рынок, и все. Это была локальная двойная вершина такая, скажем, которая, которую всю дорогу я вам говорил, что технически мы в бычьем рынке, и мы все еще технически в бычьем рынке. Но знаки есть знаки. Если мы сейчас провалимся ниже, то Понимаете, этот технический бычий рынок затянется еще надолго. И мы смотрим сейчас свечи не хайка наши, а свечи японские, обычные, неспроста. А сейчас покажу почему. Кстати говоря, у нас еще глобальная медвежья дивергенция между предыдущим пиком бычьего рынка и текущим. Посмотрите глобальная медвежья дивергенция. И несмотря на то, что я все еще жду эту Moon и что мы улетим выше, посмотрите, мы же на месячной поддержке-то еще находимся, не пробили ее, да? Вот. Тем не менее, если мы сейчас улетим вниз, то дно медвежьего рынка ловить придется, да, где-то чуть выше 20 тысяч, судя по этой сетке. И это, конечно, будет для меня сюрпризом. Но посмотрите на 12-месячный таймфрейм. Он, конечно, говорит очень о многом. Почему вот говорят «зум аут», отдаляйтесь. Я сделал в телеге пост тоже такой «зум аут» вчера. Потому что, смотрите, у нас с вами всего было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 годовых свечек на бирже Bitstamp. Ну, на BLX будет еще вот здесь 13 наверное. Но она особо ни о чем не говорит. Посмотрите, как точно отрабатывают эти годовые медвежьи свечки. Вот у нас начался медвежий рынок, красная свеча. Вот у нас был, начался медвежий рынок, красная свеча. И сейчас у нас с вами красная свеча, к сожалению, говорящая о том, что в этом году начался, похожий медвежий рынок. Но, друзья, давайте не будем забывать, что она все еще может... Эта же свеча сейчас стать зеленой, мы можем переписать хай, сходить на 150, на 200, на 250, на сколько угодно тысяч долларов, скажем, в мае, или в июне. Можем. И потом упасть ниже. И потом упасть ниже, примерно туда, где мы сейчас, и эта свечка все равно станет красной. Вот с такой вот огромной шпилькой. Вот я о чем говорю. То есть, эта свеча нам не говорит, что прямо сейчас начинается медвежий рынок. Начался медвежий рынок. Она нам говорит о том, что в этот год, вероятнее, будет медвежий рынок. Также, естественно, конечно же, она может вообще стать зеленой и медвежий рынок перенестись на следующий год. То есть, тут не надо строить иллюзий, но надо понимать, ребята, что стоит отдаляться и видеть всю картину целиком и не забывать соответственно то что действительно да это глобальная медвежья дивергенция эти все знаки говорят о том что следующий год скажем следующие там может быть два года возможно будут медвежими для крипты но не забывайте что у нас удлиняющиеся циклы и мы далеко еще от справедливой цены для пика то есть от, скажем мы сейчас на справедливой цене при том что пик обычно происходит на перекупленной цене то есть с учетом того сколько напечатали денег сколько напечатали тезера Биткоин очень легко может улететь на новые хаи, не стоит об этом забывать, поэтому я все еще придерживаюсь сценария, что это гигантская медвежья ловушка, потому что, опять же, без засаженных шартистов в ловушку ракета не может полететь, поэтому я придерживаюсь такого сценария, вы напишите, какого придерживаетесь вы. По CoinGlass 4 часовик мы видим, что больше шартов на самом деле, все, кто говорят, что больше лонгов, они смотрят коэффициент на Binance, это полная чушь. Насчет Binance, ребята, я лично перекинул все свои, свои кросс-маржинальные монеты на KuCoin. Там тоже самое есть движок отличный. Вот Dash BTC, Dash USDT, это мое, мой фаворит. Вы можете свои монеты торговать. Альтык битку здесь, к доллару в пятом плече. Очень удобно. Ссылка на KuCoin тоже есть в описании. Ну и фьючерсные свои все лонги продолжаю держать. Байбет, Фемикс. Плюс-минус снова в безубыток вышел, потому что многие лонги пошли в минус, другие в плюс. Ну вот сейчас даже в небольшой минус, но я закрывал вчера часть битдао. Закрывал прибыль, ее сегодня уже не видно, что я закрывал. Вот, все еще верю в то, что мы увидим хороший отскок, потому что, слушайте, ну, то, что мы видим на графике, хороший заходной на лонг. Потому что, смотрите, эта формация в 90% случаев локально отрабатывает наверх. Смотрите, сильно слили, 4-часовой таймфрейм, желтая точка, отскок дохлой кошки, где все зашли в лонг, тут всех побрили, снова падаем, но давление продавца ослабевает, как вы видите, то есть уже не переписываем лоу. Грубо говоря, это двойное дно, на дивергенции. И дальше мы улетаем. Но вопрос в том, улетаем мы по-настоящему и стрижем всех шартистов, или же это просто отскок дохлой кошки, и мы потом полетим вниз. Выпиливать еще более новые лои. Вот тут я не могу ничего сказать. Дал вам разные смешанные знаки. Думайте сами. Опять же, альты к биткоину, вон мы видим, как стреляют. Поэтому сейчас на падающем рынке к доллару мне кажется безопасней альты к биткоину торговать. Поэтому Go на Kucoin. Там это делать достаточно удобно в кросс-марже. Все, всем профитроли, спасибо, что посмотрели этот выпуск, и скоро увидимся в следующем видео. Пока.